Соблюдать после реконструкции вежливость и не нажираться, как свиньи. Петарда не воровать. А на последний чего будет? Верхняя Москва. Оружие на пол не бросать, я сколько раз говорил. Йога, у тебя есть? Два, три, четыре. Буду с вами самолет, десант, все это впереди. Итак, ну что? Дорога лежит, как мы уже сказали, через советский год. Внимание, это был зарплен, используется в качестве языка советскими солдатами. Наблюдаем, идет немецкая женщина с девушкой. Подходит она вот сейчас к блокпосту. И дорога идет просто через эту женщину. Немка с девушкой. Немецкая группа фашистов. Мы видим, что пулемет взрывает. Происходит. Отдаем приказ расстрелять советского командира. Русский третий заход делает самолет. Парашютисты в атаку! Крутим, ура! Ура! Все происходит. Окончательный бой. Победа за нами. Звучит марш Преображенского полка. Управление по делам молодежи администрации города. Ну и, конечно же, наши гости из Вязников города. И, значит, все они, когда подошли, значит, вытащили, оказался мальчишка 14 лет. Но высокий, значит, его, ну, молодая, не стреляет из него, значит, когда подожди его, он сел. И вот, наверное, вот это пункт, это инфекция. Ну, мы сейчас здесь уже почти.
Когда разведчиком был, знаете, мы все носили сначала немецкие шмайсеры.